רוצה גם להמשיך בעצם את הנושא שמיכאל כבר התחיל לדבר עליו. מדובר על המשכן, על כבוד אדוני, על השירות לאלוהים. אני רוצה לקרוא פסוק אחד שכתוב בספר שמות פרק 25. Я хочу прочитать одно место Писания, которое записано в Исход 25 главе. За Мицутим Шмоне Тейша. Восьмой и девятый стихи. Перек Исрим Вахамеш, Мицутим Шмоне Тейша. Исход 25. Это бэцэ мамаш атхала, кше Элоим корэ ле Моше, ву немца эту аля ар. Это когда в самом начале Бог призывает Моше, и Моше находится с ним на горе. Азун мецавэло, машу маод маод хашу. И тогда он повелевает ему что-то очень важное. Азумэр. ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוככם, כי כל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן, ואת תבנית כל כליו, וכן תעשו. ואוסטרויד אני מסוידיליש, יא בודו אביטס מסוידיליך. все, как я показываю тебе, образец скини, образец всех сосудов ее, так и сделайте. ואז בעצם הוא אומר, אני מראה לך היום איזשהו דמות מסוימת, איזשהו תבנית. то, что Бог говорит, что Он показывает... Я показываю тебе, Муше, определенный образец, определенную форму. То, что он показал ему настоящее. Он показал ему то, что существует. И он говорит, то, что показываю я тебе здесь, устрой то же самое на земле. То же самое небесное, что я показываю, ты сделай на земле. И то, что Миша сказал нам уже, что именно в этот период времени люди начали изобретать что-то новое, что они до этого не знали. И он говорит, если скинию, которую вы сделаете так, как я заповедую вам, так, как я повелеваю, тогда я буду пребывать среди народа. Кто хочет, чтобы Господь пребывал рядом с ним? Кто хочет, чтобы Бог всегда пребывал рядом с ним? Правильно, мы хотим видеть Божью славу, правильно? אבל בשביל שזה יקרה, אנשים היו צריכים לעשות משהו. Для того, чтобы это произошло, людям нужно было сделать что-то. בסקורה פרשת השבוע אומרת בדיוק מה הם היו צריכים לבנות, מה היו כל הכלים במשכן, איפה כל דבר עמד ובשביל מה זה. И вся недельная глава говорит нам о том, как они должны были устроить скинию, где должны стоять были все вещи, каким образом их нужно было задействовать, все в точности. ואז אחרי שהם בנו את זה, после того, как они построили все, и они начали уже приносить жертвы и использовать все инструменты, которые были внутри, тогда произошло что-то особенное. Что-то, что все ожидали. И я хочу прочитать это в книге Исход в 40 главе. 34 стих. ויחס הענן את אוהל מועד, וכבוד אדוני מלא, וכבוד אדוני מלא את המשכן, ולא יכל משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן, וכבוד אדוני מלא את המשכן. И покрыло облако скинию собранию, слава Господня наполнила скинию. И не мог Муше войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако. И слава Господня наполняла скинию. Что там произошло после того, как они запустили всю эту систему, как Бог повелел? Что там произошло? Посмотрите, здесь написано. Посмотрите в тексте. Во-первых, облако покрыло это место. Мы знаем, что написано, что в пустыне народ сопровождал облачный столб и огненный. Это то, что написано в Писании потом. וכתוב שכשהיה הענן ועמוד אש, אז כבוד אדוני היה נוכח.
И написано, что когда их сопровождал столб облачный и огненный, тогда слава Господня присутствовала там. А с мёту рега, что нашим бану мигдаш в эфиле ото, бидюк в этом неуравот чел Элоим, квода Дунай ая нухавшан. То есть с того момента, когда народ построил храм, скинию и сделал все по повелению Божьему, Божья слава обитала там. Кол 40 шана шем зазу бемидбар, квода Дунай ая нухав. Все 40 лет, когда они путешествовали в пустыне, и слава Господня присутствовала. Не хочем за шиур ихат катан бешвилейну. Я думаю, что для нас это небольшой урок. И квода Дунай ая нухав. Потому что присутствовала там слава Божья. А валяим, а нашим бемедит яхасу лизе, а им им эфсику лахто, а им им эфсику лацбенет Элоим, а чува эло. Но несмотря на то, что Бог присутствовал там, изменились ли сами люди, перестали ли они грешить, перестали ли они раздражать Бога своими грехами? И ответ, к сожалению, нет. Лефамим квода Дунай яхоль лимаца мод мод коров. Иногда слава Божия может находиться очень рядом. Лефамим Элоим нимца мод коров элейну, бекербейну, бетухейну. Иногда сам Бог находится рядом с нами или даже внутри нас. אבל אנחנו מזלזלים בו. Но мы пренебрегаем это. אנחנו פשוט очень כל כך מתרגלים ולא רואים את זה. Или мы очень привыкаем к этому, уже не замечаем. אנחנו צריכים באמת לפעמים להתעורר ולראות עד כמה אלוהים קרוב אלינו. Тогда нам нужно проснуться и посмотреть, насколько Бог близко к нам. כי אנחנו כולנו רוצים שהוא יהיה בקרבנו. Потому что мы все хотим, чтобы он был среди нас. אבל אנחנו צריכים ללמוד לא לזלזל בזה. Но мы должны научиться не пренебрегать этим. אתם יודעים, כל השנים, 40 שנה במדבר, כבוד אדוני נוכח. Вы знаете, все 40 лет в пустыне слава Божия пребывала. היו מעבירים משכן ממקום למקום. Скинию переносили с места на место. איך כל הזמן שמשכן עבד, כבוד אדוני נוכח בעם. Каждый раз, когда переносили скинию, слава Божия пребывала в народе. Так чего? Беглаль шимаком эхад тифкет кмоши царих, а Дунай паал беколя ам, беколя анашим. Подумайте, из-за того, что одно место небольшое действовало так, как нужно, то Бог пребывал среди людей. Ча мишкан питом ло авад, он и раз, а шум давар, а зео, сквода Дунай не лам. И когда каким-то образом скиния была разрушена и не действовала, тогда слава Божия тоже отходила от народа. Ва нахну идим ше лефи история мишкана я обер ми маком ли маком, ва харках нивна бейт мигдаш. Но мы знаем из истории, что скиния собрания переходила с места на место до тех пор, пока не был построен храм. ואז כבוד אדוני נוכח שם בבית המקדש הראשון. И тогда слава Божия пребывала там в первом храме. וזה הייתה שמחה מאוד מאוד גדולה. И это была большая радость. שבאמת מלך שלמה סיים את העבודה. Когда царь Соломон закончил строительство храма. הביאו מאוד מאוד קורבנות וכל העם שמח מאוד. Когда приносили сотни жертв и весь народ очень радовался. שמחה ענקית שלא קרה עד אז. Была огромная радость, которая до этого такой радости не было. אלוהים נוכח בין האנשים. Бог пребывал среди людей. אבל אחר כך בית המקדש נהרס, נחרב. Но потом храм был разрушен. ואז עוד פעם אנשים נעלמו, ניקחו לבבל. И тогда народ был отправлен в вавилонское пленение. וכבוד אדוני עוד פעם נעלם. И слава Божия опять исчезла. נוכחות של אלוהים נעלמה מהארץ. И присутствие Бога исчезло с этой стороны. עלה, זה היה עונש. Это было наказание. על זה שאנשים זלזלו. Наказание, потому что люди пренебрегли тем, что у них было. ואז נבנה עוד בית מקדש. И тогда был построен еще один храм. הוא היה פחות בכבוד מהראשון. Он был менее красивым, менее славным, чем первый храм. אבל כבוד אדוני חזק. Но слава Божия вернулась туда. אתם יודעים, באמת כל הזמן שבית מקדש השני עמד, אלוהים עשה את העבודה שלו והוא נוכח בעם. И вы знаете, что все время, пока стоял второй храм, Господь проявил свою работу и присутствовал там. אנחנו קוראים ש 40 שנה לפני חורבן בית המקדש השני. Мы читаем о том, что 40 лет до разрушения второго храма. זה כתוב בעצם בתלמוד. Написано в Талмуде об этом. ומתי הוא נחרב? בשנת ה-70. Когда второй храм был разрушен? В 70-м году. זאת אומרת, משנת 30 בערך.
То есть примерно с 30-го года Элоим эфсик лекабель эт акорбанот. Бог перестал принимать жертвы. Айо моцеим эт акоэн помим работ мэт мя кодыш акдошим. Часто великого первосвященника вытаскивали мертвым из святого святых. Ая шам бад адом שכל הזמן היה הופך ללבן אם אלוהים היה מקבל את הקורבן. Была красная ткань, которая становилась белой, когда Бог принимал жертву. אבל משנת 30 זה הפסיק לקרות. Но с 30-го года это событие прекратилось. ואז בשנת 70 נחרב בית המקדש. И в 70-м году второй храм был разрушен. ובתלמוד אנחנו קוראים הרבה שנשים אומרים שזה היה בגלל אולי שנאת חינם שהייתה בעם. И мы часто читаем в Талмуде, что, скорее всего, причина этому стала беспричинная ненависть в народе. אבל זה לא משנה מה הייתה הסיבה, פשוט כבוד אדוני באיזשהו שלב עזב את המקום. Но не важно, какова была причина, просто слава Божия по какой-то причине оставила это место. וזהו, בית מקדש נחרב, עם התחיל להתפזר. И храм разрушился, и народ начал быть в рассеянии. ואלוהים לא נוכח באותם צורך כמו שהיה פעם. И Бог уже не пребывал там, как когда-то это было. אבל אנחנו מצד שני מאוד רוצים שאלוהים יהיה בתוכנו, בקרבנו. С другой стороны, мы очень хотим, чтобы Бог был рядом с нами, среди нас. ואז פתאום אנחנו קוראים דבר מופלא. И тогда мы читаем нечто удивительное. ביוחנן כתוב, בראשית היה הדבר, והדבר היה עם אלוהים. В Евангелии от Иоанна написано, вначале было Слово, и Слово было у Бога. ואז הדבר נהיה בשר ושכן בתוכנו. И Слово стало плотью и пребывало среди нас. ואנחנו ראינו את כבודו, כבוד של בן אהוב. И мы видели славу Его, как славу единородного от Отца. פתאום אנחנו רואים איזושהי תקווה חדשה, שכבוד אדוני חוזר לארץ. И вдруг мы видим новую надежду, как будто слава Божия возвращается в эту землю. וכתוב שהוא שוכן בתוכנו. И написано, что оно пребывало среди нас. משהו פתאום חדש קורה. Что-то новое вдруг начало происходить. כלומר, כבוד אדוני מהמשכן, מבית המקדש, פתאום נוכח בארץ. То есть слово Божье, слава Божья из скинии, потом из храма стала пребывать во всей этой земле. Машу хадаш коре. Что-то новое начало происходить. Ваза нахну корим, суки махарим в решонале коринтин. И тогда мы потом читаем другие места Писания, которые написаны в первом Коринфянах. Катув шам в перек шалош. Написано там в третьей главе. האם אינכם יודעים כי היכל אלוהים אתם, וכי רוח אלוהים שוכנת בקרבכם? פסוק 16. 16 стих. Разве вы не знаете, что вы храм Божий, Дух Божий живет в вас? ואנחנו גם בפרק אחר, בפרק 6, יש פסוקים מאוד מאוד דומים לזה. И потом в 6 главе есть места Писания очень похожие. בפסוק 19, ב-20. 19 и 20 стихи. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогой ценой, поэтому прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божьей. אז מה שקורה, שפתאום המשכן, היכל אלוהים, הוא משתנה. То, что здесь происходит, что скиния Божья и присутствие Божье меняется. אם פעם היה משכן ממש פיזי, עכשיו אנחנו הוא המשכן. Если когда-то было здание, которое было скинией, потом храмом, сегодня нас называют этой скинией. אומר, אתם המשכן ורוח אלוהים עכשיו שוכנת בקרבכם, בלבבות שלכם. Он говорит, вы теперь храм Божий, и Дух Божий пребывает в вас и в ваших сердцах. אבל לא רק אחד משתנה. עוד משהו משתנה. Но не только место пребывания изменяется, кое-что еще изменяется. Потом גם כהן הגדול משתנה. Вдруг меняется великий первосвященник. אנחנו קיבלנו, בעצם משה קיבל מצווה, שבכהנים יכולים להיות רק בני של אהרון. Мы, Муше, Бог передал Муше заповедь, что великими первосвященниками могут быть только сыновья Аарона. אבל פתאום מגיע מישהו אחר, לא משבט לוי בכלל. Но вдруг приходит кто-то другой, и совершенно даже не из колена Левия. Ишуа Машиах. Ишуа Мессия. ו...
И написано, что теперь он стал великим первосвященником. Я хочу, чтобы вы прочитали Евреям 5 главу. Откройте, пожалуйста, все это очень важные места Писания. Евреям 5 глава. בוא אנחנו נקרא ישירות ברוסית מהתחלת הפרק עד פסוק 7. Давайте мы прочитаем сразу на русском сначала до 7 стиха. Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью. И посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собой не приемлет этой чести, но призываемым Богом, как и Аарон. Так и Машиах не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты сын мой, я ныне родил тебя», как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоволение. Хотя он и сын, однако страданиями на послушание, и совершивший сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. И быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. То есть мы видим, что Аарон и его потомки, он был великим первосвященником и служил в храме. Он служил в скинии, которая была прообразом чего-то настоящего. Но вдруг приходит кто-то не из его колена, который служит в другой скинии. И он говорит: ты будешь великим первосвященником по чину Мелхиседека. И мы говорим, что это вообще такое? Что это значит и как это понять? В псуким ахарим, в перек, в В других также местах Писания, в книге Евреям, есть очень много, что написано про великого первосвященника. Написано, что Иешуа – первосвященник в небесной скинии. В скинии, которую построил не человек, но сам Бог. И там он служит. מי זה היה מלכיצדק הזה? Кто был этот самый Мелхиседек? ולמה ישוע נקרא על דברתי מלכיסדק, כהן גדול? И почему Иешуа назван великим первосвященником по чину Мелхиседека? כי כשאנחנו קוראים על מלכיסדק אין לנו הרבה אינפורמציה עליו. Когда мы читаем про Мелхиседека, у нас нет очень много про него информации. אף אחד לא יודע מאיפה הוא הגיע. Никто не знает, откуда он появился. אנחנו רק קוראים פעם ראשונה, פוגשים אותו כשאברהם חוזר מהמלחמה. Мы первый раз видим его в Писании, когда Авраам возвращается с войны. והוא מביא לו בעצם מעשר. И Авраам отдает ему десятину. עוד לא היו לוי, עוד לא היו כהנים, עוד לא היה משכן באותו זמן. В то время еще не было ни левитов, конечно, ни священников и ни самой скинии. Только Авраам тогда был избран, и не было даже еврейского народа. Но про Мелхиседека написано, что он тогда был священником Бога Всевышнего. Я не хочу говорить об этом. Я не буду сейчас вдаваться в подробности о том, кто он и что говорит про него традиция. Но уже в то время он служил. Он уже был священником. Он не был с колена Иудина или колена Левина. Понятно, что тогда еще колен не было. אבל הוא היה משהו הרבה יותר גדול מזה. Но он был нечто большим, чем это. שכהונה שלו לא מהעולם הזה. Его священство было не от этого мира. עוד לפני שאנשים בקושי הכירו את אלוהים אחד שברא העולם. Еще до того, как люди, в принципе, не знали Бога единственного, который сотворил весь мир. כאילו הרבה אנשים פשוט
Иштахаву лейлилин в тот момент. В то время в основном все народы поклонялись божествам, идолам. Абальгу аям шарет лейлильон. Но этот Мефисендек в то время служил уже был священником Бога Всевышнего. Ваз Элоим умер, ины гия киуна, меод дома ле киуна шель Мелькицедек, шело мишевит Леви. Тогда Бог говорит, вот пришло священство, подобное тому, не из колена Левина. Ло кмо мишкана шая ба адама. Не как та скиния, которая была на земле. Элу шерут ве вода ле эль ильон ве мишкан шмими. Но служение Всевышнему Богу и в небесной скинии. Ве перек шмуне катув шам. В 8 главе евреям написано. Еш лану коэн гадоле юшев ле ямин кисе гдуля ве шамаем. והוא משרת בקודש ובמשכן האמיתי אשר כונן אדוני ולא אדם. У нас есть первосвященник, который сидит одесную завета кисет гдула трона славы. И главное же в том, что мы говорим, мы имеем такого первосвященника, который восседает одесную престола величия на небесах. И есть священнодействие или святилище из хинии истинной, которого возвел Господь, а не человек. Когда мы говорим про скинию, есть люди, которые говорят, что буквы, которые составляют слово «мишкан», это то, что... Это, בעצם, מערכת של, לא יודע, שיפוט או התנהגות בעולם. Это система действования этого мира. כלומר, מם זה היה מלך. Например, מישкан мем, буква мем, это означает мелех, царь. Шин זה היה שופט. Шин это служитель, судья. Каф זה כהן, ונון זה נביא. А каф это коин, священник, и нун это пророк. И таким образом действовал народ Израиля. Были судьи, священники и пророки. Но написано, что Машиах состоит из всего этого. לא כתוב בפירוש. Не написано где-то в каком-то месте. אלא אנחנו יודעים שמי הם היו המשיח בעצם. את מי משכו בשמן. Но мы знаем, кто были помазанники, кого помазали елеем. זה בדיוק היו אלו שאמרתי להם, מלך, נביא, שופט וכהן. Помазывали елеем царей, судей, пророков и священников. והמשיח הוא בעצם גם מלך, גם שופט, גם כהן וגם נביא. И поэтому Машиах это и священник, и царь, и пророк, и судья. וכשישוע בא, הוא החליף את הכהונה. Когда пришел Иешуа, он заменил священство. אבל יחד עם הכהונה של כהן הגדול, הוא החליף גם את הכהנים. Но вместе со священством великого первосвященника он сменил самого первосвященника. Но ухлиб гам это коаним. Он заменил священников. И катув ше анахну акшав ниену коаним. Написано, что сейчас мы стали священниками. Тем зохрим милим ше умрим ше катув атем ам нифхар. Помните, написано, где вы народ избранный, царственное священство. Гой кадош. Народ святой. Амс гуля. Избранный. Лиманти сапрути лотав шела коретхем михошех эль ор. Чтобы вы возвещали славу призвавшего вас из тьмы в чудный его свет. Аз ше Иешуа эхлиф эта киуна, эхлиф эта коаним. Акшав анахну акоаним. Когда Иешуа заменил священство, он заменил священником. Сейчас мы являемся священниками. Уаса утану лих כהנים לאלוהים שמשרתים במקדש השמימי. Сделал нас священниками великого Бога, который служит в небесной скинии. למה אני מדבר על כל זה? Почему я говорю обо всем об этом? כי אם אנחנו באמת רוצים להבין ורוצים לקבל את כבוד אדוני. Потому что если мы хотим понять и принять Божью славу. אם אנחנו רוצים לשרת לו נכון בתור הכהנים. Если мы хотим правильно служить ему, будучи священниками.
ולקבל כבוד אדוני. ופרינאי סלאבו בוז. שהוא יהיה נוכח בקרבנו, אנחנו חייבים להבין מה היה קורה במשכן הרגיל. Чтобы обитал среди нас, то нам нужно понять, что было в обычной скинии. למה היה חשוב לשים שם כלי מסוים? Почему нужно было так важно определенные инструменты положить? כי תחשבו, כהן או לוי שהיה משרת שם, הוא לא היה עושה את מה שבא לו. Подумайте, что священники и левиты, которые служили там, они не делали все, что им хочется. Им нужно было сделать все в соответствии с заповедями, которые дал Бог. Потому что если бы они делали что-то другое, если бы они не зажгли там определенный священник, и не принесли бы определенную жертву, тогда слава Божия не спустилась бы. לפעמים אנחנו חושבים, אני אעשה, אני אשרת לאלוהים איך שבא לי. Иногда мы думаем, а я буду служить Богу так, как мне хочется. אתה יכול לשרת, אולי יצא לך אפילו טוב. Ты можешь служить, возможно, у тебя даже хорошо получится. אבל לא בהכרח שכבוד אדוני יבוא. Но это не гарантирует того, что туда придет слава Божия. לא בהכרח שאלוהים יהיה בקרבך או בתוכך. Не обязательно, не гарантируется, что Бог будет рядом с тобой или в тебе. בגלל זה מאוד חשוב להבין את המערכת שהייתה שם, איך היא תפקדה. כי לכל כלי שהיה במשכן, היה לו משמעות. Поэтому очень важно было понять систему, которая действовала там, потому что у каждого инструмента, положенного на своем месте, было определенное значение. כי כל כלי היה שהיה במשכן, הוא היה בעצם מסמל את ישוע המשיח. Каждый инструмент, который там находился, был прообразом Ишуа Машиаха. И когда мы поймем все инструменты, для чего они были предназначены, мы поймем, каким образом мы должны служить Богу. Вы вдруг найдете способ, как Божья слава может наполнить вашу жизнь. Но это произойдет только если вы будете поступать в соответствии с тем, как Бог заповедовал. Бог избирает путь, как служить Ему, и не мы. И все это было предисловие. ואני רוצה היום לגעת בשלושה דברים. Я хочу сегодня дать вам три пункта. שהיו במשכן. Которые рассказать о том, что было в скинии. מישהו בכלל יודע מה היה במשכן? Кто-то знает, что было в скинии? מישהו בארץ ביקר במקום איפה שהיה תבנית של המשכן? Кто-то здесь был в том месте, где был, где существует прообраз скинии? כן, היו там אנשים? Нет, Да. Людям за мод хашув. Это очень важно. За бемет хашув лавин лан. Да не разбир лан. Очень важно понять, я хочу объяснить, почему это важно понять. А мешкан отсмо за я шам бифни, маш тем роим бахум, а байта гадоля. Скиния это было то, что вы видите вот там в конце коричневое большое здание. В месади в коль зе за я хацер. А вокруг был забор. В двор. כן, זה היה בעצם גדר, ולפני זה, כל מה שאתם רואים בפנים, זה היה חצר. Это был двор, окруженный забором. תחשבו, אם אנחנו אמרנו שאנחנו היכל האלוהים. Если мы говорим про себя, что мы вместилище для Бога. О, משכן של אלוהים. Или скиния Божия. אז כל אנשים שנמצאים סביב המשכן. Поэтому все люди, которые находились вокруг скинии, они смотрели на эту скинию. Они могли увидеть снаружи эту скинию. И только определенные люди могли увидеть, что происходило внутри скинии. И мы говорим, мамаш-мамаш бифним, в кодышах души, в кодышах я Арон Абрит, рак бы на дам эхады я холи. А что происходило в вообще внутри, в самом месте, которое называлось Святое Святых, только один человек мог это видеть. Поэтому подумайте, если мы это скинем, тогда люди смотрят на нас. В сцене של הגדר הזה, או מה שיש מחוץ לו,
זה בעצם איך אנחנו מראים את עצמנו לאחרים. И что обозначает этот забор и что есть за ним, это то, как мы показываем себя другим людям. Это хицуниют שלנו, это התנהגות שלנו. Наша внешность, наше поведение. Это יחס לאנשים. Наше отношение к людям. אנשים שמבחוץ, שהם לא מתערבים מה קורה בפנים. Подай люди, которые внешние, которые не знают, что происходит внутри. В этом один человек бахут стояли раут мамаш то. И вы знаете, что иногда внешне можно смотреться очень хорошо. А вообще та немца бифним. Но когда ты находишься внутри, я что так говорит на агут ахерет. У тебя уже другое поведение. Это маши курет бетоха хаце. Это что-то, что происходит внутри двора. זה משהו שאנשים יותר קרובים רק יכולים לדעת עליך. Это что-то, что только близкие к тебе люди могут знать о тебе. אבל מה שקורה בפנים, בתוך הלב שלך, בתוך המחשבות שלך. Происходит внутри, в твоем сердце и в твоих мыслях. זה רק בן אדם אחד יכול לדעת. Только один человек может знать. זה אתה עצמך. Только ты сам. וכל הדברים האלו, בפנים, בחצר, ובחוץ, הם יכולים להיות שונים לגמרי. И все эти вещи, которые внутри, во дворе или за его пределами, могут быть совершенно отличными. Они могут быть домими, они могут быть такими, что вообще не мистанхраним один от другого. Они могут быть похожими друг на друга или совершенно отличающимися друг от друга. Так что более никуда зовут, хевра. Подумайте об этом. Подумайте об этом. Эх, אנחנו באמת מראים את עצמנו. Как мы показываем себя? ומה יש אצלנו עמוק עמוק בלב? И что есть у нас глубоко глубоко в сердце? כי אלוהים נמצא שם עמוק עמוק. Потому что Бог находится там глубоко внутри. Вельдавка Миша Бахвод Адунай. Именно оттуда исходит Божья слава. Бедюк Шан Элуим и Дабер Элейн. Именно оттуда Бог говорит к нам. Полев Шанха. В твоем сердце. В это холишь мол. И ты можешь услышать его. Вальзе Мамаш Рак Шани. Но это только внешнее. А давар Аришон, что бен Адам Ниткабо, это шар. Самое первое, с чем сталкивается человек, это ворота. У царих ликанес дерех хашам. Ему нужно пройти через ворота. Ему роце лягия ленехихут шел Элоим, ухаям лавор дерех хашам. Если он хочет зайти в Божье присутствие, ему нужно пройти через ворота. Хашам немца рак бы маком эхан, ло арба, ве ло шнаем, ве ло шлоша, рак эхан. И ворота находились только в одном месте, не в двух, не в трех, а только в одном. Вам Иешуа вамар, они шар лацон. Когда-то Иешуа говорит, я дверь. Меньше яхоли канес дарки ла ав, рак дарки. Он говорит, что кто хочет зайти и подойти к Отцу, только через меня. Эн дерех ахерет. Нет другого пути. Рак дерех ашар эфшар ла ву ла ав. Только через определенные ворота можно прийти к Отцу. Они роце думет ли кроу лай кама псуким каин. Я хочу прочитать несколько стихов таких. בפרק 9 בספר יוחנן в 9 главе בפרק 10 פסוק 9 סליחה в 10 Иоанна 10 глава 9 стих ישוע אומר אני השער איש אם יכנס דרכי יבשע הוא יכנס ויצא וימצא מרעיו ישוע говорит я есть дверь кто войдет в меня тот спасется и войдет и выйдет и пажит найдет. אתם יודעים, אתם זוכרים, ישוע היה מדבר הרבה על עצמו. Вы помните, Иешуа говорил много про себя. Он היה קורא לעצמו בכל מיני שמות. Он себя называл различными именами. פה הוא אומר, אני השער. Здесь он говорит, я дверь. במקום אחר הוא אמר, אני דרך. В другом месте он говорит, я путь истина. והחיים. И жизнь. ואף אחד לא מגיע לאב אלא דרכי. И никто не приходит к Отцу, как только через меня. Так что более милимое. Подумайте об этих словах. Аф бен адам, леохолит карев ле Элоим, эле рак дерех ашан, шеу Иешуа Машиах. Никто не может прийти к Отцу только через ту дверь, которая есть Иешуа Машиах. Рак у дерех. Только Он есть путь. Ве у дерех амитит. И Он истинный путь. Бегде ле канес, ве ле рот эт квод Адунай, та хаяв ле апор дерех ашан. И для того, чтобы войти и увидеть Божью славу, тебе нужно пройти через эти ворота. Рак дарко, та холь ואמיתית קרב לאלוהים. Только через него ты истинно можешь приблизиться к Богу. אתם יודעים, אנחנו בתור אנשים, מדבר על כל בן אדם. Вы знаете, мы как люди, я говорю сейчас про всех людей. אנחנו חושבים שיש הרבה דרכים. Мы думаем, что есть много разных путей. ובן אדם יכול ללכת באמת בכל דרך ולבחור כל דרך.
И человек действительно может идти выбрать любой путь. אבל אם הוא יגיע לקודש הקדושים, но придет ли он в святое святых? האם הוא יראה שם את כבוד אדוני? Увидит ли он там Божью славу? בכלל לא. Совершенно нет. רק אם הוא יכנס דרך שער המסוים. Только если он пройдет через определенные ворота. ישוע פעם אמר גם שרחבה הדרך המובילה לגיהינום. ישוע сказал, что пространен путь, ведущий в погибель. ודרך מאוד מאוד צרה שמובילה לאלוהים. И очень узкий путь, который ведет к Богу. אז אתה יכול לבחור בכל דרך. То есть ты можешь выбрать любой путь. אבל רק דרך אחד תביא אותך לאלוהים. Но только один путь приведет тебя к Богу. זה השער, מה שאנחנו רואים במשכן. И вот это вот те двери, те ворота, которые мы видим. זה התחלה של דרך אמונה. Это начало пути веры. כשאתה אומר, מה, ישוע, הוא הדרך. Когда ты говоришь, Иешуа есть путь. Вот когда ты нихнас, а ты не вгаш потом ба говор решен, что уменьша за мизбех а не хочет. И когда ты видишь, когда ты проходишь через эти ворота, первое, что ты там видишь, это жертвенник. Мизбех, что я сумми не хочет, но я на сумми заав. Жертвенник, который был сделан из меди, он не был сделан из золота. Евлоим а цаовша. Видите, желтый, который с правой стороны находится. Знаете, мужчины вообще всегда не умеют различать. А זה בעצם בן אדם שהיה נכנס לשם, הוא ישר דבר ראשון הוא נתקע במזבח. И вы знаете, что первое, что человек видел, когда он проходил через ворота, что он видел медный жертвенник. Бедюк по акуаним алюм макривим это кола корбанот, кольмины сугим шель корбанот. На этом месте священники приносили различные виды жертв. Кдей литаэр это ам. Для того, чтобы осветить народ. Кдей линакоту там яхатаим шинай. Для того, чтобы очистить их от их грехов. Кдей пашут гам лябин нимха. מתנה לאלוהים. Для того, чтобы принести дар Богу. ואנחנו קראנו שבמקום אהרון הגיע כהן אחר. Мы читали, что вместо Аарона пришел другой посвященник. שהוא בעצם הביא קורבן אחר. Который принес другую жертву. והקורבן הזה זה הוא עצמו. И жертва был он сам. אתם יודעים, נחושת זה תמיד היה סמל של משפט. Вы знаете, медь всегда была знаком суда. Семен של ניקיון. Знак очищения. וזה מה שאנחנו רואים פה, שבדיוק על המקום הזה, משהו קורה, אלוהים מנקה את הבן אדם. И мы видим, что на этом месте что-то происходило, Бог очищал человека. על ידי הקורבן. И через эту жертву. אז ישוע אומר, הוא הקורבן האמיתי. И ישוע говорит, что он есть истинная жертва. אתם זוכרים שיוחנן הטביל בירדן, вы помните, что когда Иоанн погружал на реке Иордан, потом он увидел, что Иешуа медкарев. Он видел, что приближался Иешуа. А зомар ини, здесь Элохим амити, что лакеях хер шель кола эношу. И когда он увидел его, он сказал: вот есть истинный агнец Божий, который берет на себя грех мира. А зрак дарко, дарха корбан шелом, корбан амити пан хад велетамид. Только через него, через эту истинную жертву, раз и навсегда. А ты ходи в кадемала. Ты можешь продвинуться вперед. И в них нас на дерехаша. Если ты зашел через ворота. Выкибальте это корбанчину. И принял его жертву. А съешь лиха дерех лит кадем. Тогда у тебя есть путь продвинуться дальше. Вы има там это фасфес машу мне по. Если ты что-то здесь пропускаешь какой-то уровень. А квода Дунай ло яхоли мале это макомас. То слава Божия уже не может наполнить это место. Има второй рак не сбыл, а хвален чем корбан, вело я корбан. Квода Дунай ло мы мале это макомас. Если ты видишь только жертвенник, и не видишь славу Божию, не видишь жертву, то слава Божия не может наполнить это место. Ишуа, уаша, уа корбана амити, уа куляна. Ишуа есть дверь и истинная жертва для каждого. Вазадавара шлишиша нахну покшим по. Это, бэцем, киор не хочет. И третье, что мы видим, это медный умывальник. Анашим, Аарон, да, банав, היו צריכים לבוא ולנקות שם את הידיים, את הרגליים. Аарон и его сыновья, они должны были омывать свои руки и ноги в этом умывальнике. אתם יודעים, אנחנו
יכולים לקבל את ישוע כדרך שלנו וכקורבן. Вы знаете, мы можем принять Иешуа как наш путь и наша жертва. אבל מה קורה איתנו הלאה? Но что происходит с нами потом? מה אנחנו צריכים לעשות אחרי זה? Что нам нужно делать после этого? אתה יכול להגיד בסדר, אני מקבל אותו, אז מה? Вы можете сказать, да, я принял его, и что дальше? מה קורה איתי? מה אני צריך לעשות עכשיו? Что происходит со мной, что мне делать сейчас? Я хочу прочитать из Псалма 23 Псалом. И мама шоет это псуки мои. Я очень люблю это место писания. За бы псук шалош, который пока. В третьем стихе написано так. Ми яле бе ара Дунай, бе ми якум бе маком качо, наки капаем бе вар левар. Ашер ло наса лешав навши, вело нишба лемерма. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душой своей напрасно, не божился ложно. Так чего умер? Ми яхоль ламот бемаком кадош, бемаком миюхан. Подумайте, здесь говорится, кто может стоять на святом месте, на особенном месте? Ло медубар коль бенадам. Тут не говорится про каждого человека. Ло кулям яхолим льет чам. Не все могут быть там. Ле умер, ше мишин наки капаем. Написано, что у кого руки неповинны. Ле мишин лев шело таор. И у кого сердце чисто. Мишин ло батах. באנשים מסביבנו. Кто не надеялся на окружающих людей? Или батах באלוהים. Но кто надеялся на Бога? נקי כפיים זה המעשים שלנו. Руки неповинные — это наши дела. איך אנחנו מתנהגים, מה אנחנו עושים? Как мы себя ведем, что мы делаем? ובר לבב זה המחשבות שלנו. И чистое сердце — это наши мысли. И мы за мотивацией нас носим, или из-за мотора нас носим, это мы что носим? С какими мотивами и с какой целью мы делаем то, что мы делаем? Или фамим это людям, это охоль ласот массе тов. Иногда ты можешь делать доброе дело. А рацион челха у мамаш ра. Но твое желание совсем нехорошее. А вы на дам роешь, а та усе машу тов. Человек видит, что ты делаешь что-то хорошее. Но он не знает, что матара шелха, за харе зе ласот машу арбе ютер гаро. Но твоя цель, в конце концов, сделать что-то намного хуже. Вот он надо мной ведет. А человек это не знает. Но Элоим ведет. Но Бог знает. Наки копаем, вы наки полев. Чистое сердце и неповинные руки. Битахон бе Элоим. И упование на Бога. Зе наше Элоим роце не там. Это то, что Бог хочет от нас. Зе сук шель семен акиорозе. Это то, что обозначает это медное умывание. Ки ахарейша там и кабель, Ишуа ки корбан. Потому что после того, как ты принимаешь Ишуа своей жертвой, та царих литнакот, тебе нужно очиститься. Катув ше у никао там. Написано, что он очистил нас. Уроце лишанот это офи шелану, это махшабот шелану. Он хочет изменить наш характер и наши мысли. Это и та агут шелану. Наше поведение. Латет битахон бе Элоим. Дать уверенность в Боге. Но это тот процесс, который тебе нужно пройти, с которым нужно согласиться. В Римлянах 12 главе написано. Предоставьте тела ваши в жертву святую. Жертву живую. Святую. И угодную Богу. Мазумер корбая хай. Что это значит жертву живую, святую и угодную Богу? Кадош – это машуше муфран. Святое – это отделенное. Это машуше нуан драг бешвило. Это что-то, что предназначено только для Него. Вимазе рацуй. Что значит угодное? Эйзе корбана я рацуйле Элоим. Какая жертва была угодна Богу? А им че бы надам я рацуйле ави корбану, а я холь ави коль хая? Когда человек должен был принести в жертву Богу, мог ли он принести любое животное? Они что ли это? Я хочу вас спросить. Уло я холь ави коль корбан. Он не мог принести любое животное. Это я царит лед машу кашер, вели лед мум, лед дофи.
Во-первых, это должно было быть кошерное животное, во-вторых, это должно быть животное без пятна и порога. Машу талор, машу тов. Что-то святое и чистое. Зломер, акшав атем, тасу эт ацмехем, ки корбан, ше рацу ли Элоим. И он говорит, сейчас сделайте себя, как себя жертву угодную и хорошую для Бога. Зломер, это мишу, ше атамер, они мукдаш ли Элоим. То есть, если вы говорите, я посвящаю себя Богу. Они бенасе литнакот микола дварим араим, ше еш бетохи. Я пытаюсь очиститься от всего плохого, что есть внутри меня. Вас бетор хай, они мухан лешарет. И тогда я, как живая жертва, могу служить тебе. Це шлоша дварим. Это те три вещи, שהיום נמצאים בחצר, которые находились на дворе скинии. זה רק דרך ההתחלה, עוד לפני שנכנסנו למשכן. Это только начало, до того, как мы зашли в саму скинию. Ишуа הוא השער. Ишуа – это путь, ворота. הקורבן שלו מנקה אותנו מכל חטא. Его жертва очищает нас от всякого греха. אז יש תהליך שלנו שאנחנו צריכים להסכים. И тогда есть наш процесс, который мы должны согласиться, что я хочу служить Богу. Я хочу быть с чистыми руками, с чистым сердцем. Я хочу, чтобы меня люди видели одинаковым и снутри, и снаружи. Пусть Господь изменит нас. Хочу помолиться и завершить. И на следующей неделе мы продолжим. Аба, Отец наш, помимо работы нас мы бухрим под грехим шинану. Часто мы выбираем свой собственный путь. Нахну афилю ло хошвим алеха ва аля кавод шелха. Мы даже не думаем про тебя и про твою славу. Нахну митаским бехаим шелану. Мы просто заняты своей жизнью. Беберационот шелану. И нашими желаниями. Бематарот шанахну руцим ласим. Целями, которые мы хотим достичь. Так что питома нахну хошвим. И вдруг мы тогда думаем. Шата זה שברא את השמיים והארץ. Что ты тот, кто сотворил небо и землю. הכל בידיים שלך. И все в твоих руках. ולכל אחד שהבאת פה לארץ יש מטרה לחיים. И каждого, кого ты привел сюда, в эту страну, есть цель для его жизни. אבא, אנחנו מבקשים, תעזור לנו להבין את הדרך שלך. Отец, мы просим тебя, помоги нам понять твой путь. שאנחנו לא נלך ולא ניכנס בכל מיני שערים. Чтобы мы не заходили в разные ненужные. שלא נלך בדרך שמובילה למוות. Чтобы мы не шли путем, который приводит к смерти. Или еще ניכנס דרך השער המיוחד. Чтобы мы зашли через особенные ворота. שהוא ישוע משיח. Который есть ישוע משיח. תעזור אבא. Помоги нам, Отец. לקבל את הקורבן. Принять настоящую жертву. לקבל את הכהן הגדול האמיתי. Принять настоящего истинного священника, который очищает каждого человека в этом мире, который приходит к нему, и дает силу каждому очистить, начать заново, очисти нас, наши мысли, наши пути. ושהרצונות שלנו יהיו בהתאם לרצונות שלנו. Чтобы наши желания совпадали с твоей волей. שנוכל להיות קורבן חי, קדוש ורצוי לאלוהים. Быть живой жертвой, угодной для Бога. אנחנו מבקשים בשם ישוע. Мы просим во имя Иешуа. Аминь.